В Киеве задержали российского шпиона. Как сообщают в СБУ, это житель Донецка, который работал на спецслужбы Федерации. Он хотел получить секретные документы и завербовать украинского офицера. Агента интересовала информация о перемещениях украинской армии, учениях «Сибрис» и данные об американских инструкторах. Вы задержаны по подозрению в государственной измене. Вам ясно, слышите? Да. Отлично.